Озвучиваю некоторые письма от архимандрита отца Тимофея из Греции в Россию. Многоуважаемая во Христе сестра Люба, поздравляю вас с праздником Рождества Христова, Богоявлением и Новым годом 1996-го. Желаю, как всегда, душевное успокоение, мирное житье и сладкого радостного чувства. Всего этого может удостоиться человек, если в своей жизни будет во всем творить не свою волю, а Божию. Что-либо мы желаем, чтобы было согласно Божьей воле, а что Господь желает, чтобы было согласно нашей воле, тогда в душе царится мир, спокойствие, радость, слезы и утешение. Дай Бог достигнуть этого. Очень рад за новые радостные новости. Во славу Божию желаю успехов во всех ваших трудах и делах. Все, что делаете, делайте со смирением и молитвою. Высылаю вам еще 3 бандероли с духовной литературой на ваше усмотрение. Хорошо создать библиотеку для желающих читать духовную литературу, что и собираетесь делать. Наша миссия по изданию на русском языке постепенно сокращается. Уже много печатается у вас и более богатого содержания. В сентябре месяце был в Москве и даже накупил 6 коробок духовных книг разных изданий. Слава Господу Богу за это и за все, что Он посылает нам. Храни вас Господь Бог, ваш благопожелатель, архимандрит отец Тимофей. 5 декабря 1995 года. Озвучу выдержку из письма. Трудности всегда были, будут и есть, но зависит от нас, как их будем встречать и побеждать. С Божьей помощью все можно преодолевать. Храни вас Господь Бог на многое лето в здравии и терпении. Архимандрит отец Тимофей. 28 сентября 1999 года. И еще одно письмо хочется озвучить. Многоуважаемая во Христе сестра Люба, радуйтесь о Господе. Смиренно молитесь, смиренно трудитесь, смиренно обращайтесь. Где смирение, там и благословение. Где благословение, там и покой, и мир душевный. Желаю вам крепости духа. Одна рука должна держаться за небом, а другая – за землею. Тогда может человек нормально жить. Ведь наше Отечество на небе, а не на земле. Мы – странники и гости этой земли. Поэтому сказал Господь Бог, ищите сперва Царство Божие, а все остальное прибавится вам. На фото это наш старческий дом, где вы остановитесь, когда приедете к нам. Ожидаем вас с радостью. Передайте вам всем привет и благословения. Храни вас Господь Бог. Желаю успеха во всех ваших трудах и делах. Ваш благопожелатель, архимандрит, отец Тимофей. 14 сентября, 2000 год. И только в 2002 году, по милости Божьей, по приглашению архимандрита отца Тимофея, с помощью греческой общины в городе Черкесске, мне удалось посетить Грецию и многие святыни Греции. Слава Богу за все! Царствие небесное архимандриту отцу Тимофею, а всем вам, дорогие подписчики, небесных и земных благ. Всего вам самого доброго. С глубоким уважением, автор проекта «Православный кинолекторий» Любовь Мелкумян.